Это настоящая сила времени. Это клавиатура после нажатия одной клавиши снова и снова, год за годом. А вот что случится с ножом, если его затачивать каждый день много лет подряд. Когда-то этот мозг был покрыт полностью металлической сеткой, но со временем она все исчезала и исчезала. Одна из ручек двери очень сильно стерлась из-за многолетнего использования. Как долго можно прожить в ванной с этими жидкостями? Мы все видели этих ютуберов, которые принимают ванну из хлопьев, и в такой ванной можно прожить неделю. А если принять ванну из кофе, то вы проживете около 4,5 дней. И затем вам может быть очень плохо, потому что будет передозировка кофеина. Но если принять ванну с блестками, то вы проживете 1,5 дня, потому что блестки начнут царапать вашу кожу и вызовут кровопотерю. Но если принять ванну с кока-колой, то вы проживете всего 16 часов. Поэтому никогда не стоит это проверять. Эти совпадения бывают раз на миллион. Этот военный обнаружил, что он летает на том же самом самолете, в котором он сидел, когда был маленьким. Этот парень потратил год, чтобы заснять удар молнии. И потом он заметил надпись на корабле про идеальный момент. Самые невероятные сравнения. Это фото одного и того же знака летом и зимой. И там на самом деле очень много снега. А это город Барселона в течение дня и ночью. И это выглядит потрясно. Это сравнение кусочка риса и самого маленького компьютера в мире.